Правоохранительные органы задержали бывшего вице-премьера правительства Забайкальского края Игоря Дубровина, уволенного 14 декабря, сообщили журналистам нескольких изданий и сразу несколько источников. Получить комментарий самого Дубровина или пресс-службы Следственного управления СКР по Забайкалью накануне вечером не удалось никому. Задержание связано с предыдущей работой Дубровина в Свердловской области. По данным источников, в настоящее время он находится в Екатеринбурге. Телефон Дубровина выключен. С 17 по 19 года он был заместителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. С 2020 года Дубровин возглавлял управление капитального строительства Свердловской области. В правительстве Забайкалья он работал с 19 июня 2023 года. Тогда он был назначен исполняющим обязанности зампреда правительства Забайкальского края. 8 августа он стал исполняющим обязанности министра строительства региона. Об увольнении Дубровина стало известно около полуночи 14 декабря. В сообщении на официальном портале региона говорится, что причина отставки – это совершение действий, которые дают основания для утраты к нему доверия. Ситуация с отоплением в домах и учреждениях, отапливаемых котельной МАШ-завода, становится только хуже. Об этом сообщают в редакцию «Запру местные жители». Закрылись уже 87-й и 21-й детские сады. Жительница дома 115 на улице Новобульварной добавила, что в квартирах уже больше недели сохраняются температуры ниже нормы. Между тем, Инна Щеглова в своем телеграм-канале назвала ситуацию с закрытием детских садов недопустимой. Также она добавила, что основными причинами холода в квартирах и социальных объектах являются ненадлежащее качество угля и износ сетей теплоснабжения. Руководитель ТЭС Руслан Рогов сообщил, что сейчас работает 3 котла, 4-й после чистки подключат сегодня утром. По его заверениям, это даст возможность до конца дня постепенно поднимать температуру теплоносителя, уточнила сити-менеджер Читы. Больше половины родителей не согласны с запретом на использование телефона в школах даже в образовательных целях. А вот 72% учителей закон поддержали. Среди плюсов педагоги отметили, что без телефонов дети будут внимательнее на уроках. Также, по их мнению, школьники станут меньше списывать и пользоваться нечестными способами решения задачи. При этом учителя признают, что телефон часто бывает нужен школьникам для учебы. Кроме того, отмечается, что заинтересованного ученика телефон отвлечь не сможет, а также, что родители должны иметь возможность связаться с ребенком, когда захотят. Непопулярная инициатива депутатов Госдумы и среди детей. 83% с ней не согласны. Комитет городского хозяйства администрации Читы начал поиск подрядчика, который займется отловом и содержанием бездомных собак в будущем году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. В документе говорится, что деятельность по обращению с животными без владельцев включает в себя их отлов, содержание, вакцинацию, стерилизацию и возврат на прежние места обитания тех особей, которые не проявляют агрессию. В техзадании также прописан пункт о пожизненном содержании некоторых собак и эвтаназии. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 21 декабря этого года. На отлов собак в Чите, между тем, потратят 20 миллионов рублей.